Я настроен вполне серьезно. Вполне серьезно. Руслан, это полуфинал. Сейчас ты выйдешь к наставнику с гостем. Желаю тебе достаточно энергии, задора исполнить свою песню так, чтобы она открыла тебе дорогу в финал. Спасибо большое. Готов? Да. Отправляйся. Я надеюсь, что я в ближайшем будущем стану мужчиной, который будет трезво оценивать свои возможности, прежде всего, и перестанет искать в себе минусы, за которые стоит себя не любить. В общем, я хочу быть гордостью родителей. Я не хочу, чтобы, смотря на меня, говорили о родителях, что ну, где-то они не доглядели. Stars, when you shine, you know how I feel. Я все хочу сделать для родителей, потому что они столько потратили сил и времени на меня. Я очень им благодарен. Я очень хочу, чтобы они сказали: это мой сын. Спасибо. Спасибо. Совсем мельком, но я видел, что они улыбались. Вот. Я не знаю, была ли это усмешка или радость.